Здорово, всех с нами. Watch my channel and subscribe. Это Эндерман. И я ему приклеил руки. И то, что он показывал песок, я ему приклеил в руки, потому что вы знаете, он вор, любит воровать. Вот поэтому приклеил руки, значит, песок к рукам. Значит, вот такие руки, такие же будут руки. Там все, извините, так сказал. Ноги будут такие же по длине, как и руки, и толщина. То есть мне чуть-чуть все осталось, и все будет готово, и будет Эндермен такой, будет очень классно. Вот, и мне кто-то там писал. Мне писал один человек, что красить красками я не хочу, потому что Эндермен весь черный. Я, когда разукрашу карандашами и приклею вот эти руки, все эти голову, туловище, у меня после этого все руки черные. Если вы хотите, чтобы я красками красил, тогда у меня вообще руки будут черные, розовые, фиолетовые и так далее. Красками я не хочу, я буду только карандашами. Вот. На этом все. Если вам понравилось, то можете подписаться, это не трудно, поставить пальцы, тоже не трудно, это прокомментировать, тоже не трудно. Это все. Всем пока. Пью.